Наклеили сетку и потом добавили второй слой и опять стянули. Тогда у них получается сетка в середине слоя, и она эффективна в таком случае. В нашем случае как бы не очень. Там допуск чего будет? Да, да, у них просто нет таких критериев высоких, как у нас. У нас на самом деле заказчик, я не знаю, если отделочники, наверное, меня поймут очень сильно. В России допуски, требования заказчика очень высокие вот к этому, к уровню отделки. Поэтому мы, если видим там 2 мм на высоту стены завал, клиент уже думает, что за фигня, почему вы так плохо поштукатурили мне. Вот, у них 5 мм это вообще не проблема. Вот. Ну, на самом деле, они все штукатурят без маяков. Вы, если вы посмотрите видео, я говорю, ой, поляки, немцы, они штукатурят без маяков. Просто в плоскости и все. H-образным пробилом, вот так, по горизонтали, через время подошли, подрезали и все. Да.